В этот день, 7 октября 1604 года, завершено строительство Томского острога. Этот день считается датой основания города. 7 октября 1776 года наследник русского престола Павел, будущий император, женился на принцессе Вюртембергской после принятия православия Марии Федоровны. Более подходящей парой для будущего императора Павла, чем принцесса из Вюртемберга, София Доротея, представить сложно. Мать цесаревича Екатерина II очень тщательно подошла к подбору своей невестки. Случайно или нет, они даже родились в одном немецком замке в Штеттине. Сам жених писал матери о первом впечатлении от своей невесты. «Я нашел свою невесту такову, каково только желать мысленно себе мог. Не дурна собой, велика, стройна, застенчива. Отвечает умно и расторопно. Что же касается до сердца ее, то имеет она его весьма чувствительное и нежная. Идеальная жена, которая за неделю освоила русский язык ровно настолько, чтобы написать жениху письмо. Приняла православие под именем Марии Федоровны и принялась обихаживать свое семейное гнездышко. Это самая многодетная императрица в российской истории. 10 детей, из которых двое мальчиков выросли в императоры. Когда же погиб ее муж Павел, Мария Федоровна навсегда облачилась в траур и всецело посвятила себя благотворительности. Как писала одна из фрейлин, вдовствующая императрица по положению должна была получать миллион. Из этого миллиона она тратила только 17 тысяч. Все прочее раздавалось бедным. В 1812 году она приостановила на год свои подарки, представляя на вид, что нужно помогать раненым и сиротам. Это один из самых активных благотворителей в русской истории. Множество женских учебных заведений, родильный и повивальный институт, Мариинская больница, основанной ей. В ее честь ее сын Николай учредил особый мариинский знак беспорочной службы. И также не случайно система каналов в России была названа Мариинской водной системой. Безусловно, это была завидная партия для русского императора. В этот день, 7 октября, родились Григорий Елисеев, основатель знаменитой династии предпринимателей. Его фамилией был назван знаменитый гастроном в Москве. Белый генерал Михаил Дроздовский. В честь него назван один из именных полков, потом дивизия Белой армии. Однажды в штабе белого командующего генерала Деникина собрались основные лидеры движения. Как вспоминал сам Деникин, Марков резко отозвался о деятельности в армии монархических организаций. Дроздовский вспылил. «Я сам состою в тайной монархической организации. Вы недооцениваете наши силы и значения». Надо пояснить, основная масса участников белого движения была либеральной и социалистической. И лишь в одной части преобладали монархисты – дивизия, в которой главой был генерал Михаил Дроздовский. Михаил Гордеевич в годы Первой мировой – штабист, полковник, при этом не раз наведывался на передовую. Широко известным стал случай, когда он возглавил импровизированный отряд из санитаров, телефонистов и штабистов и опрокинул врага. А после революции он ярко проявил себя как неформальный лидер. Его решимости бороться с большевиками подчинялись даже старшие по званию и вставали под его знамена. Крепко сбитый, организованный его полк «Дрозды» вырос в дивизию. Это была элита белого движения. Однажды командир получил несерьезное ранение в ногу, однако отсутствие медикаментов привело к заражению крови. Легенда белого движения умер в госпитале в Ростове-на-Дону. 7 октября 1931 года была закончена кладка первой Добны на заводе «Гиганти» в Магнитогорске. 7 октября 1935 года из состава флота выведена подлодка «Краб», первый в мире подводный минный заградитель. 7 октября 1959 года аппарат «Луна-3» первым сфотографировал невидимую сторону Луны. Новая ракета стартовала ровно во вторую годовщину запуска первого искусственного спутника Земли. А три дня спустя комплекс телевизионной аппаратуры «Енисей», расположенный на станции, передал черно-белое изображение. Это были не просто фотографии Луны, а ее обратной стороны, невидимой Земли, ведь ночное светило всегда повернуто к нам лишь одним боком. Первый снимок был очень мутным, один из специалистов ЦУПа порвал его. «Много грязи, мы уберем помехи». Очередное фото перехватил сам Сергей Королев и поставил на него автограф для директора Крымской обсерватории. Уважаемому Андрею Борисовичу Северному первая фотография обратной стороны Луны, которая не должна была получиться. Это было исторического значения событие. Человек впервые увидел Луну целиком. Таким был этот день, 7 октября.